сервис – это главное. Ремонтируй. Настраивай. Ускоряй. Поможем с ремонтом, настройкой и чисткой компьютера. Проверенный сервис от проверенной компании. На все виды работ предоставляется гарантия. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. Роутер один, а устройств в квартире много. Как решить эту задачу? Позвонить в Интерсвязь сервис, и мы настроим домашнюю сеть. Набирай наш бесплатный номер 8 800 775 0303. Можно обращаться даже за советом. А теперь о прогнозе синоптиков. В первый день весны большая часть Зауралья останется на орбите влияния теплого циклона, насыщенного полями многоярусной облачности, небольших осадков и влажным атлантическим воздухом с температурным фоном на несколько градусов выше климатической нормы. В Екатеринбурге 0-2, в Челябинске -1-3, в Тюмени -2-4, небольшой снег. В Кургане облачно с неустойчивыми прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха -12, -14. Днем в Кургане облачно, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха -3, -5. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба. 1 марта солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!